Игра «Нашествие крыс 3». Зомби заполонили целый город. Они начали захаживать жилые дома и таскать из холодильника продукты питания. В одном из домов был подвал с огромным количеством крыс, которые заразились этим опасным вирусом и превратились в зомби-крыс. Неужели человечеству конец? В игре «Вторжение крыс 3» вы станете свидетелем нападения зомби на простых канализационных крыс, которые впоследствии станут тоже зомби. Пусть не всем, но многим неприятны крысы, которые живут не в качестве домашних животных в наших домах, а сами по себе. Соответственно, у нас возникает такое жгучее желание избавиться от них. Это и понятно, ведь такие крысы не только неприятны, но и опасны. А зомби-крысы опасны вдвойне. Вокруг бродят толпы крыс-зомби, и они не против полакомиться свеженьким мясом. В такие моменты всегда найдется герой, который придет на помощь и всех спасет. И вот именно вы и станете тем самым героем. Пора взять инициативу в свои руки. В этой игре вас ждут до 25 уровней, и вам придется иметь дело со многими крысами-зомби. В игре вам предстоит уничтожать хвостатых зомби с помощью самодельной пушки. Надо сказать, что в игре избавиться от крыс предлагается самыми разнообразными способами. На самом деле, даже очевидно опасные ситуации для крыс довольно нелегко организовать. Здесь необходимо обладать стратегией действий и умение четко кидать предметы туда, куда надо. Тут нам на помощь придет стальная гайка М32 и отравляющий газ. В этом случае гайка М32 используется как предмет, который может разбить стекло или что-то сдвинуть. А газ для непосредственно отравления крыс. Лучше уж крыс избавить от мучений, чем потом столкнуться с непоправимыми последствиями. Забрасывайте их в кастрюли и бросайте туда газовые шашки, швыряйте их на стальные шипы и разбивайте стеклянные банки с тварями. Вам нужно держать крыс в поле зрения и ни в коем случае не дать им ускользнуть за пределы игрового экрана. Вам предстоит стереть это зло с лица земли и забыть как страшный сон. Чтобы избежать уничтожения человечества, придется уничтожить всех крыс, которые были заражены. Не дайте крысам спастись и уничтожить все живое на планете. Вся надежда только на вас.